внимательно, замечательно, оп, глазки закрываем. Плохо, плохо, да. Ну что, друзья, буду снимать для вас видео, пока смотрю, присматриваюсь за людьми. Наблюдаю за людьми. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, можно взять у вас опрос? Вот вы, я смотрю, курите. Я опрос провожу, соцопрос, скажем так, кто курит сигареты и как долго? Ну, смотрите, я вообще давно курю, 14 лет. Да. Как бы несколько раз я пробовал, как получилось. Я продержался 3 недели, потом сорвался, закурил. И не смог. В итоге перестал пытаться даже. И бросили, как бы, да, эту затею? Да, потому что не в моих силах, я это просто понял. Ну вы же понимаете, что это достаточно вредно, это, то есть воздух получается. Верно, да. А давайте я вам кое-что сейчас покажу и же сделаете выводы, стоит вам вообще курить, употреблять, тут отраву, это никотин, это вред. Что именно вы мне покажете? Покажу кое-что, после чего вам вообще не захочется курить. Это возможно, это реально, и вы сейчас увидите. Я смогу бросить курить. Да, вот поверьте, вот верите, и все. Ну, давайте попробуем. Чувствую, не верите, но все же вы все равно ничего не теряете. Абсолютно ничего не теряете. Но видите, вы сами понимаете, сколько здоровья уходит, да, и сколько вообще времени на это. Это вредная привычка, от которой можно легко избавиться. Теперь я бы хотел попросить вот посмотреть. Вот на кофе можно посмотреть, да, это же кофе у вас. И в то же время посмотреть на просто вот элементарно посмотреть на луч. На луч вот смотреть. Больше с этого момента никогда в жизни курить не будешь. Никогда. Все это вред, отрава. Плохо, плохо, да. Да, плохо, плохо, очень плохо. Вред, вредные сигареты, самые вредные. Я больше не курю. Да, никогда, ни днем, ни ночью, ни вечером, ни грустный, ни печальный.